Это санузел номер два, гостевой, так называемый, с гигиеническим душем. Здесь уже Паша позамазывал отверстие. Это трап. Встраиваемый смеситель с тропическим душем. И опять же достаточно небольшое место отведено. Ну, там бойлер пришлось вписать его. Вот такой бойлер маленький по диаметру, но большой по высоте, 1,20 м. Пришлось даже ребеночку спрятать горячую туда, потому что места больше на фасаде не было.